Из 200, сколько у нас человек поменено? 200. Из 231 человека там порядком только 28-30% это идут ополченцы, действительно. Остальные это либо политзаключенные, которые опять же были у нас в списках, ну это тоже процентов 20. Остальные это случайные люди, которые в принципе были наказаны за свободу своего мнения, за свободу своего слова. Тех людей, которых освободили, отдали только 6 паспортов, да. Остальным там несколько справок выдали о том, что они освобождены, и не показали закрытые дела, то есть, что они амнистированы, больше претензий к этим людям никаких нет. У нас опять активно идут переговоры, то есть с украинской стороной. Мы опять собираем списки, подготавливаем их. Украинская сторона прислала список на 300, ну почти на 400 человек, количество точно сейчас не подскажу. Вот из них мы опять устанавливаем тех людей, о которых мы знаем. По остальным пытаемся выяснить, на каком основании они были задержаны. Ну и я думаю, что в ближайшем будущем все-таки сдвинемся.